Здравствуйте! Вас приветствует канал SPVComp. Сегодня покажу, как я настраивал эмулятор PCSX2 для того, чтобы поиграть в Spider-Man 2 часть. Человек-паук. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео, по верхней. Но уже эмулятор скачан, и я разархивирую его в корень диска C. Ссылка на бесплатный архиватор будет в описании. Запускаем. Выбор языка, применить, далее. Поиграть получится только на софтваре, к сожалению. Так, заходим сюда, ставим обе галочки. Здесь на 60. И по 56. Геймпад. Играю на клавиатуре, поэтому сначала мышкой кликаю кнопку L1. Теперь на клавиатуре нажимается клавиша, что станет L1. Так по аналогии весь геймпад и настраивается под себя. Каждый настраивает. Те, кто предпочитает играть при помощи настоящего джойстика, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить. С его помощью уже играть на этом эмуляторе. Ссылка на это видео будет в описании. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните «Применить», потом «Ок». Звук мы не меняем. Играю при помощи ИСО-образов, это удобно. Выбираю Linux ISO и быстро. Те, кто хотят играть при помощи DVD, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как запускать игры при помощи DVD на этом эмуляторе. Далее. Япония 2000 BIOS, который следует выбрать, завершить. Консоль выключается. Ставится галочка «Всегда спрашивать». Настройка эмуляции. Отключаем преднастройки, не нужны. Применить. Ставлю удобный для себя оконный режим. 1024 на 768. Применить. Спидхаки однозначно включены, потому что это софтвар. Ползунок налево, один раз вправо. Применить. Теперь мы будем запускать. Spider-Man 2. Я кликну на F4, чтобы ускорить все заставки. Скорость эмуляции у нас сейчас сумасшедшая. Плеер 1, что это? Уровень сложности? Да пускай нормально. This is my story. It's the usual thing. Возвращаем скорость в нормальное состояние. F4. Boy meets another girl. Oh, but I'm getting ahead of myself. Don't think my life is all flowers and romance, though. I wish. More and more, my life is spent out here, fighting some of the worst the city has to offer. Sometimes it's just a mugger. Ладно, давайте sometimes геймплей it's a bigger problem. Тут все нормально, ничего не проседает. Так, это наш главный герой, насколько я понял. Так, что, один? Well, sequel time already, huh? Welcome back, I guess. I'm sure you miss me more than I miss you. Anyway, things have changed around here since last time, so they dragged me back at great expense to explain what's up. First things first. You're not much of a wall crawler if you can't, you know, stick to walls. So here's what you do. You walk or run into a wall and hold the grab button. Voila! You stick to the wall. It works when you're swinging or jumping, too.
можешь сделать на весь экран, но лучше поднимаем за FPS. Jumping. Hold down the jump button and you'll charge your jump. Убедимся, что this yellow bar shows how strong your jump will be when you let go of the button. You got it? Я не понял, что это я взял. City's been quiet lately. Maybe my luck's finally changing. Наверное, я выключу режим обучения. Кажется. Да, Спайдермен это крупный. Не только сильным, еще и не и с замечательным чувством юмора. Isn't it beautiful, Rosie? This will be my gift to the world. Ладно, геймплей нас интересует. Tell me. Okay, hold up. Last time I checked, you were still Spider-Man. You know, fancy outfit, fights crime while swinging from building to building. So where's the swinging? If you're just gonna run everywhere, then I'm gonna be forced to say hurtful things that I'll regret later, and neither of us want them. So just swing. It takes some practice, but I'm sure you can do it. Eventually, with time and help. Believe I'm running so late. Still, I should be able to make it as long as. Help me! Right on cue. I was almost there too. Sorry, Dr. Connors. Happen when I'm running late. Oh.
Hi, my name's Spider-Man, and I'll be your rescuer today. Thank you so much. Вот так это работает пока. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPV.com, ставьте лайки, заходите на наш сайт spv.com.com. I can't really talk about it. All right. Well, at least try to be more careful from now on. Don't worry. I can still make it before